Я думаю, следственный эксперимент покажет. Ну, естественно. Нашли вы или не нашли? Естественно. Это хорошо, если вы нашли. А что врать-то, если вы... Что? Ты знаешь, вот Денис, он всегда был в доверии, понимаешь? Я понимаю. Порядочный человек во всех отношениях был. Так оно и есть. Но это что? Случилось так, нашли. Ну, конечно, надо было сразу сообщить. Ну, повелись, думали, блядь, себя отрубим немножко, потом дал. Снимай, положи. Стороны. Вернулся с курируемого района, не доехав. По той причине, получив такое известие, столь невыносимо крайне нехорошее. Но я думаю, следствие все поставит на место, значит, разберутся и будем тогда делать выводы. Я надеюсь, если это подтвердится, то комитет ждет большая очистка кадров. Такой вопрос. Как вообще характеризовался сотрудник, я как понимаю, он? Вы знаете, характеризовался хорошо, в этом-то весь и смысл того, что отдел оперативный, и, наверное, был один из лучших, понимаете, но никто не предвидел и не знал этого. Это, конечно, вопрос кадровика, это вопрос к заместителю и к начальнику отдела, поэтому здесь будет много вопросов. Угу. Поэтому ситуация вся, я уже сказал, если факт этот подтвердится, то, соответственно, будет чистка полная. А сам сотрудник как объясняет, вот как это произошло, пока почему он... объясняет сотрудник, что он нашел, понимаете? Давай. Поэтому следствие пока не пройдет, угу. Разберемся, значит, выясним все его переговоры, с кем и как он вел, и откуда вся эта ситуация. И дальнейшую всю ситуацию будем уже из этого. Как я понимаю, увольнение грядет его? Увольнение грядет многих, если это подтвердится. Потому что человек, который стоит на охране природы, занимаясь этими моментами, это не человек. Вы знаете, я проработал 18 лет в обществе, и я такого не видел. Спасибо.